Всем привет! Добро пожаловать в магазин Gloves & Kit. Итак, давайте рассмотрим топовые перчатки из последней коллекции от компании Ульспорт. И это модель Ульспорт Eliminator Super Grip. Перчатки являются верхней моделью в весьма высокой ценовой категории, и поэтому они нам стали интересны. Давайте рассмотрим их поближе, что же вы получаете за ни много ни мало, почти 12 тысяч рублей на данный момент. Что интересно из характерных особенностей? Ну, во-первых, дизайн. Конечно, дизайн — это все на вкус и цвет, но мне очень нравятся, они очень-очень яркие и очень приятные, с желтым латексом и желтым бэкхендом. Мне они действительно очень нравятся. Но что самое интересное, я заметил, в комплекте с ними идет вот такой мешочек. То есть, как он идет с топовыми бутсами, например, от компании Nike или там Adidas, также теперь он идет и с перчатками. То есть, теперь их очень удобно хранить и носить с собой. Вот таким вот образом он выглядит. И, собственно, перчатки можно упаковать. Сюда вполне поместится, кстати говоря, и бутсы, и даже какая-то часть формы. То есть, он действительно очень большой и прикольный. Наконец-то хоть какая-то интересная особенность в перчатках за почти 12 тысяч рублей. И давайте перейдем от слов к делу, рассмотрим их поближе, узнаем, что у них с размером, с посадкой на руку, ну и, в общем-то, все их основные характеристики. Плотно очень сидят по руке, застежка сделана из неопрена, приятно ощущается. Касаемо надевания второй перчатки на руку, здесь вообще нет липучки никакой, поэтому вы спокойно наденете вторую перчатку, не поцарапав при этом латекс на указательном и большом пальце. И давайте для начала рассмотрим эти перчатки поближе. Итак, вот эта модель поближе. Очень стильный, яркий дизайн. Мне очень нравится данная расцветка от компании Ульспорт. Здесь вы можете видеть такой очень яркий желтый цвет. Очень классно. Здесь латекс с скоплением графита, а также комбинированный крой, про который я подробнее расскажу вам далее. Действительно, вот дизайн — это однозначно одно из лучших качеств последней коллекции от компании Ульспорт. И давайте теперь рассмотрим далее характеристики. Давайте теперь рассмотрим все их основные характеристики. Это 4-миллиметровый латекс Super Grip, который по своей сути является сочетанием латекса Absolute Grip и Super Graphite. То есть это топовый профессиональный матчевый латекс с вкраплениями из графита, которые позволяют этот латекс сохранить на более долгий срок. И, как показывает практика, у меня были перчатки с латексом Super Grip, и могу сказать, что они действительно живут дольше и при этом абсолютно не уступают по сцеплению латексу Absolute Grip. Касаемо кроя, здесь комбинированный крой, два пальца выполнены в таком крое полунегатив, полуролл, и два пальца выполнены в крое флэт, причем этот крой больше похож на так называемый 360 кат от Ульспорт, когда задняя часть практически сшивается с передней, как при крое ролл фингер, при том, что пальцы остаются плоскими. Большой палец здесь выполнен в крое ролл фингер. Застежка, разумеется, полностью выполнена из латекса. Здесь выполнена технология Shock Zone, которая позволяет более комфортно играть кулаком. А также так называемая технология Wrap 360, из которой ладошка продолжается прямо на бэкхенд, что обеспечивает более плотную посадку на руку. Застежка здесь стандартной длины. Она очень удобная и комфортная. Она сделана из неопрена, что обеспечивает более плотную посадку на руку. И она действительно очень мягкая и удобная. На данную застежку вы можете сделать нанесение по вашему желанию. Здесь есть окно для персонализации. Защитных вставок в данных перчатках нет. Касаемо вентиляции, здесь выполнены такие небольшие разрезы на среднем и безымянном пальце. Ну и в целом это все. Но могу сказать, что перчатки достаточно легкие, и они высокотехнологичные. В конце концов, это действительно топовая модель от компании Ульспорт, поэтому руке будет комфортно в любую погоду. Защитных вставок в данных перчатках нет. И касаемо размера. Данная конкретная модель размера 8. Я мерил размер 7,5 до этого, было все-таки руке некомфортно. Если бы это был размер больше, то перчатки на руке бы болтались. Поэтому однозначно рекомендую брать ваш стандартный размер. Давайте немного попробуем этот латекс в деле, подержим мяч в руках. Могу сказать, что латекс нужно предварительно хорошенько помыть, поскольку на нем достаточно сильный защитный слой, и это однозначно чувствуется сразу. В отличие, кстати говоря, от почти всех вратарских перчаток от компании Ульспорт, у которых, как только вы вынимаете их из упаковки, латекс буквально приклеивается друг к другу. Здесь такого нет, здесь все-таки нанесен достаточно сильный защитный слой. Но, как я уже сказал по своему опыту, сцепление ничем не хуже Absolute Grip при достаточно высокой износостойкости. Итак, вкратце зарезюмируем. 4-миллиметровый латекс Super Grip. Сочетание латекса Super Graphite и Absolute Grip. Топовый матчевый латекс с повышенной износоустойчивостью. Комбинированный крой. Два пальца выполнены в крое полурол, полунегатив. Два пальца выполнены в крое flatbound, хотя как больше он похож на крой 360 кат. Большой палец выполнен в крое roll finger. Бэкхенд полностью выполнен из латекса. Выполнена мягкая подкладка спереди и сзади. На бэкхенде технология Shock Zone, а также 360 wrap, при которой ладошка оборачивается прямо до бэкхенда, обеспечивает более плотную посадку на руку.
Стандартная длинная застежка, плотно фиксирует запястье, проблем с посадкой на руку никаких нет. Данную застежку вы можете персонализовать по вашему желанию. Защитных вставок в данных перчатках нет, вентиляции здесь достаточно мало, но перчатки достаточно дышащие. И касаемо размера. Данная конкретная модель размера 8, однозначно рекомендую брать ваш стандартный размер. В целом, действительно, стоит отметить, что модель технологичная, она интересная. Здесь много всяких интересных фишек, типа 360 RAP, который я уже рассказал, Shock Zone, Latex Super Grip, который, в принципе, при повышенной износоустойчивости сохраняет прекрасные характеристики сцепления с мячом в любую погоду. Застежка выполнена из неопрена, которая очень удобная, эластичная, да и по дизайну они очень интересные. Решать вам, стоят ли они своих денег, я лишь могу вам преподнести информацию о том, что они из себя представляют. И надеюсь, что у нас это получилось сделать интересно. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и рассказывайте о нем друзьям. С вами был магазин Gloves & Kit. Всего доброго!